Всем подписчикам большой привет. Предлагаю всем пройти простейший тест, который выявляет в нарушения в целенаправленных движениях или так называемом праксисе. Праксис предложен был достаточно давно Лурии. Тест простой. Нужно будет последовательно выполнить три движения. Еще его называют кулак, ребро, ладонь. То есть вы должны сделать удар кулаком, ребром ладони и открытой ладони. Значит, кулак, ребро, ладонь. Если есть у вас какие-либо нарушения в последовательности этих движений, вы делаете там два удара или не запоминаете, что зачем следует, то следует обратиться к неврологу. Тест простой. Можно делать одновременно двумя руками. Эти три движения. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Если есть нарушение левая и правая рука, тоже этот стереотип у вас нарушен. И совет обратиться к профильному неврологу, врачу, который выявляет эти нарушения. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь. Всего доброго.